Здравствуйте, друзья и соратники! Сегодня хочу с вами поделиться своими размышлениями на тему парникового эффекта. Все мы знаем из средств массовой информации, что сейчас наблюдаются непонятные вещи с погодой, якобы происходит глобальное потепление. А виной всему ставят парниковый эффект, и главное, в чем нас пытаются убедить, то, что парниковый эффект – это плохо. Чтобы разобраться, что же такое парниковый эффект, нам сначала нужно понять источник происхождения тепла и света на нашей планете. Самым основным источником света и тепла для Земли является наша звезда – Солнце. На втором месте стоит геотермальная активность самой планеты. На третьем месте – радиоактивный распад изотопов и сжигание ископаемого топлива. Но третий вид источников энергии является, если можно так выразиться, производными от Солнца. Тут следует отметить тот факт, что и сейчас, и в прошлом, и в будущем жизнь на Земле возможна исключительно благодаря парниковому эффекту. Средняя температура на поверхности Земли составляет 15-17 градусов Цельсия. Самая высокая температура за всю историю наблюдения за погодой на нашей планете была 70,7 градуса Цельсия в пустыне Лут, Иран, в 2005 году. Самая низкая температура, зарегистрированная на Земле, была в районе базы «Восток», Антарктида, минус 89,2 градуса Цельсия. Не будь парникового эффекта, поверхность планеты остывала бы до температуры космоса, минус 270 градусов Цельсия, почти сразу после заката Солнца. Запомним этот момент, это важно. А теперь к сути самого парникового эффекта. Парниковые газы, в кавычках, действуют подобно покрывалу и удерживают в атмосфере тепло планеты, как пришедшее со стороны Солнца и отраженное поверхностью Земли, так и тепло внутреннего происхождения, не позволяя планете остывать слишком быстро. Именно парниковый эффект создает условия для развития и процветания жизни на Земле. С этим все понятно и с этим никто не спорит. А что же это за парниковые газы такие, в которых которые вызывают парниковый эффект и которые так во всем винят. И вот тут начинается самое интересное. С экранов телевизоров, с просторов интернета нам вещают о повышении уровня СО2, то есть это углекислый газ, и метана. Даже обвинили в этом бедных буренок. А также фреона, который разрушает озоновый слой. И причиной повышенному выбросу углекислого газа СО2, метана и фреона ставят техногенную деятельность человека. Я нисколько не хочу преуменьшать масштабов экологических проблем. Да, загрязнение, конечно, есть, причем это загрязнение очень даже внушительное. Но всегда есть одно «но». Перечисляя список парниковых газов, многие забывают про воду, точнее про водяной пар. По данным географического портала, ссылка на который будет в описании, объем льда и снега на суше составляет 25,8 миллионов кубических километров в водном эквиваленте. То есть столько воды получится, если этот лед растопить. А теперь представьте, что вся эта масса воды испарится. Куда она денется, испарившись? Правильно, поднимется в атмосферу. Сейчас содержание водяного пара в атмосфере составляет 12900 кубических километров в водном эквиваленте, по данным того же источника. Атмосферное давление составляет 1 кг на сантиметр квадратный. Масса атмосферы составляет 5,1 на 10⁻⁷ степени килограмм. Если вся вода, присутствующая на поверхности суши в виде льда и снега, окажется в атмосфере, то масса атмосферы возрастет до 3,9 на 10⁻⁹ степени килограмм, или в 6,6 раза. Примерно во столько же раз повысится атмосферное давление. И еще, исследования процессов поглощения и отражения света и тепла в атмосфере показали, что основным парниковым газом является именно водяной пар. Роль метана и углекислого газа на порядке меньше. Получается следующая картина. Поскольку молекула H2O, вода, легче, чем O2, кислород, или N2, азот, то основная часть воды была бы в верхних слоях, а внизу практически тот же воздух. То есть над атмосферой образуется водно-паровой купол. Средняя температура поверхности возрастет на 10-15 градусов. Подчеркиваю, средняя,
То есть в Приполярье будет намного теплее, чем сейчас, а вот возле экватора, возможно, будет прохладнее. За счет более высокой теплоемкости атмосферы уменьшатся годовые и сезонные перепады, а следовательно исчезнут бури, и климат в среднем станет ближе к субтропикам. Комфортно. Более влажная атмосфера при более высоком давлении лучше распределяет температуру поверхности, но не парилка, так как абсолютная влажность выше, а относительная ниже. Что такое абсолютная влажность и что такое относительная влажность, и чем они отличаются, друзья мои, ну это посмотрите в интернете сами. За счет более высокого содержания водяного пара почти в 2000 раз больше, чем сегодня. Такая атмосфера будет сама разогреваться за счет поглощения инфракрасного излучения Солнца и поверхности Земли. Вспоминаем пилотов и альпинистов. Чем выше они поднимаются, тем труднее дышать и больше доза радиоактивного облучения, которое они получают. Это не потому, что, как нам говорят, содержание кислорода с высотой уменьшается. Процентное содержание частей воздуха на всей высоте неизменно. Меняется давление атмосферы, и с увеличением высоты организму требуется прилагать больше усилий, чтобы получать требуемое количество кислорода. На уровне моря нормальное атмосферное давление 760 мм ртутного столба. На высоте 5000 метров атмосферное давление 405 мм ртутного столба. У человека появляется тяжесть в голове, сонливость, тошнота, а иногда и потеря сознания. Такие симптомы характерны при кислородном голодании, которое может вызываться пониженным содержанием кислорода в воздухе по сравнению с обычным его содержанием на уровне моря. Отсюда и пошло поверье, что с высотой содержание кислорода уменьшается. Повторю еще раз, уменьшается количество вдыхаемого кислорода из-за пониженного давления воздуха, но в процентном соотношении кислорода столько же по отношению к другим газам, составляющим воздух. Итак, как вы уже поняли, достаточно снижения давления чуть ниже сегодняшней нормы, чтобы организмы людей перестали получать достаточное количество кислорода для нормальной жизнедеятельности. А жить как альпинисты на Эвересте можно, но недолго и несчастливо. Уменьшение толщины атмосферы увеличивает ее прозрачность для солнечной радиации, плюс изменение условий, атмосферное давление, температура, суточные перепады, плюс возможные радиоактивные облучения и солнечные ожоги, однозначно вызовут снижение иммунитета и эпидемии различных инфекций. В свою очередь, повышение атмосферного давления вызовет прямо противоположный эффект. На поверхность будет попадать меньше солнечной радиации, что вызовет снижение онкологических заболеваний, будет больше длительность светового дня за счет рассеивания, мягче освещение. За счет повышенного давления лучший газообмен через кожу и органы дыхания, легче дышать. Соответственно, улучшается возможность жизни растений, людей и животных. Пример – лечение повышенным давлением в барокамере, ведь при повышенном давлении растворимость газов в крови увеличивается. Тут нужно понимать, что все эти возможности нам открываются исключительно при естественном формировании парникового эффекта за счет испарения огромного количества воды. Выброс метана животными и СО2 деятельностью человека при таких объемах воды роли практически не играют. Для парникового эффекта действует простая зависимость. За счет атмосферного тепла испаряется влага в атмосферу, водяной пар в атмосфере вызывает повышение температуры этой атмосферы и еще больше испарения влаги. Это и есть парниковый эффект в чистом виде. И не нужно опасаться, что таким образом испарится вся влага, и Земля превратится в Венеру или Марс. Вовсе нет. Если не вмешиваться в процесс, то природа сама себя регулирует. Возможность содержания водяного пара в атмосфере велико, но не бесконечно. При повышении количества пара в атмосфере увеличивается атмосферное давление, и внешний размер атмосферы также увеличится, что вызовет увеличение площади теплоотдачи в космос. А водяной пар, потеряв тепловую энергию, превратится обратно в воду и прольется на Землю дождем. В конце концов наступит точка равновесия, при которой количество испаряемой с поверхности планеты влаги будет равно количеству влаги, выпавшей осадками обратно на поверхность. Если моя версия верна, то глобальное потепление – это возврат в нормальное состояние, так называемый допотоп, таяние ледников и уход воды в атмосферу. Таким образом,
растопив и испарив весь лед и снег со всех гор, из Антарктиды, Гренландии, Сибири, Канады и Северного полюса, мы получим атмосферное давление в 6 раз выше настоящего. Давление ледников на тектонические плиты уменьшится, и такие города, как Санкт-Петербург и Венеция, да и многие другие, поднимутся из воды. При таком количестве влаги в атмосфере, а это пресная вода, замечу, на Земле не останется сухих регионов. В Сахаре снова появится возможность вести земледелие, и потекут полноводные реки. Проблема орошения исчезнет. Правда, придется уделять больше внимания мелиорации, чтобы не допустить заболачивания территорий. Получается, что глобальное потепление несет с собой увеличение содержания влаги в атмосфере с более равномерным климатом, не затоплением, а появлением дополнительных территорий, пригодных для комфортного проживания и земледелия, увеличением растительной биомассы, следовательно, исчезновением угрозы голода и исчезновением угрозы высокого содержания СО2 в атмосфере. Также возможно увеличение продолжительности жизни за счет улучшения газообмена при повышении давления. Также снижение космического радиационного фона за счет дополнительной паровой рубашки в атмосфере. А как известно, вода – хорошая защита от радиации. А есть ли у нас подтверждение парникового эффекта в прошлом? Да сколько угодно. Посмотрите на скульптуры. Покажите мне хоть одну скульптуру в шубе, в валенках, меховой шапке, на санях или лыжах. Ну, кроме современных, конечно. Все скульптуры прошлого изображают людей, одетых в легкие туники, в сандалиях и на колесницах. А ведь еще были виноградники в Карелии и на Белом море. Соловецкий монастырь известен, помимо всего остального, давними традициями виноградарства на каменистых террасах. Также монастырские сады на острове Валаам. А еще есть карта Сахары за 1795 год и ранее. Легенда народов Африки про цветущие города там, где сейчас пустыня. Косвенное подтверждение факту, что 200 лет назад климат был более мягкий и теплый, можно найти, например, у Александра Сергеевича Пушкина. Читаем. Евгений Онегин, глава 5. В тот год осенняя погода стояла долго на дворе. Зимы ждала, ждала природа. Снег выпал только в январе. Не кажется ничего знакомым? На мой взгляд, автор не случайно вставил сноску на погоду. Читая эти строки, и дальше создается впечатление, что такая погода была нормой для того времени. По крайней мере, никакого неудовольствия, раздражения или возмущения я не увидел. Не было четких указаний, что это какой-то феномен из ряда вон. Так вот, друзья мои, если конспирологические теории о глобальном заговоре против человечества верны, то логично ожидать любых стремлений не допустить глобального потепления, вплоть до попыток устроить небольшую ядерную зиму. С учетом недавнего обострения между США и Северной Кореей, настораживает. А если информация о грядущем потеплении и его последствиях известна в верхах, то интерес к приполярным территориям и шельфам приобретает более глубокий смысл, так же как и возросший интерес к дирижаблестроению. В более плотной атмосфере дирижабли более выгодны, чем самолеты. А войны за территории сегодняшних пустынь – это войны не только за полезные ископаемые, а за будущие территории для проживания. Для самостоятельного изучения предлагаю вашему вниманию статью «Атмосферное давление и соль. Свидетельство катастрофы». Обязательно ее почитайте, особенно если вы не согласны с услышанным в фильме. Там еще больше научных выкладок и фактов. По крайней мере, будете знать, почему люди и животные так любят соль и почему она стала белой смертью. Ссылку на эту статью, а также на все остальные используемые материалы, будут, как обычно, в описании под фильмом на YouTube-канале «Неофициальная история». Спасибо огромное за внимание. До свидания.